Приветствую тебя! Это обзор от Моборг, и я Трэш. Компания Стояк представляет. Сегодня я расскажу тебе о самой атмосферной, качественной и сюжетно богатой игре под названием The Banner Saga. Это тактическая РПГулина, заслужившая восторженные оргазмические крики игроков и критиков. Игра, в которой каждый твой выбор аукнется тебе в будущем и может подосрать всю малину в конце. По сюжету боги мертвы. На земле остались людишки да великаны с рогаликами на голове. Объединившись, они противостоят черным властелинам. Жизнь пока в движении, только одна вещь остановилась — солнце. И от того, что дню нет ни начала, ни конца, у человека с урожаем не лады, да с сексом не клеится. Ну, с сюжетом ты и сам разберешься, тут его 50% игры. А я лучше расскажу немного о геймплее. Сражения выполнены в тактическом пошаговом режиме. Каждый герой может ходить на определенное расстояние, отмеченное синими клетками. Видишь? Но используя запас силы воли, можно ходить по золотым клеткам, ценой в одну единицу воли за одну клетку. Но тут поаккуратнее, ведь силу воли можно использовать еще и для усиления атаки. Кстати, атаковать вы можете два показателя – силу и броню. Числа под каждым значком обозначают урон, который вы нанесете по одному из параметров. Сила тут является как жизнями, так и силой атаки. То есть, теряя единицы здоровья, вы теряете единицу урона. Такая вот не пальцем деланная система. Потеряв все силы, герой умирает, либо теряет сознание на поле боя, как девка. Разрушая броню противника, он становится более уязвим к атакам. Не стоит игнорировать этот показатель. Противника с большим количеством брони вам просто не пробить. За каждое убийство ты будешь получать славу, за которую можно усовершенствовать юнитов. Ты не поверишь, но у каждого героя есть своя история, свои диалоги и важная роль в игре. А остальное об игре она расскажет тебе сама получше любой книги. Ведь в игре прекрасное литературное повествование, мультипликационная графика, захватывающие бои и прекрасно отточенное управление. Ты что еще тут? Беги качай! А, стоп! Не забудь поставить знак одобрения, подписаться на канал и вступить в группу. Но это я так, если ты недалекий в этих интернетах. Это был обзор от Моборг, и я Трэш. До новых встреч!